Всем привет! Вы на канале Мама и Я. Ну да, сегодня мы играем в кракушу в Крахена. Давайте же начинать. Я уже тут на островке плыву. Вот. У меня тут напарники, вот. Моя команда. Стоп. Куда смотреть видео? Перед видео у меня есть челлендж. Успеешь подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и поставить лайк за 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Успел? Плохой. А вот ты молодец. Так. Давайте. О, я тебе завидую. Главное, не ломай, будет все хорошо. Давайте. Два, один. Ух! Я успел. Вот сами видите, что это было. Я еле успел. Вот кракуша захватывает тот остров. И у нас уже мало людей. Фух! Чуть не умер. Завели. Еще я готов использовать, вот и буфети. Так. О, май гаш! Рядом Кракен. Кракен, не думай меня стащить. Так. Давайте. Давай. Ну! Уже, о, минус один остров скоро будет. Так. В принципе, есть такая теория, что Кракена не схватит. Да. По-моему, есть такая теория. Так. Жень, не рушите мой остров. Жень, не рушите мой остров. Так, ну что ты разрушаешь? Ну уйди, пожалуйста, ну как? Нет! За что? Хватит. Все, убегай. Так ему и надо. Фух. Мой остров не ломается. И это реально как тюрья у меня работает. Нет, как тюрья. Серьезно. О, что? Как он уже падает? Что? Нет, опасный момент. Так, быстрее. Первое место. Ребята, есть. Спасибо. Оу, у меня новая налоха. У меня родная налоха. Это вообще класс. Жур, вообще классуха. Вау. Это вообще классно. Тот вышел из игры. Другие просто... Ну, вообще класс. Спасибо, ребят. Нет. Так. Аналоги у нас, значит, нет. Туда. Так. Давайте. Ну, косметик, да. Аналог. Так. Что у нас теперь? Ага.
О, кракен тоже захватил. Ого! Ребят, что-то мне подсказывает, что... На, получи. О, я совсем не в курсе. Фу! Я чуть сейчас не умер. Извините. Фух. Не так повезло. Ну, как хотите, повышите. Надеюсь, это не изменится. Вот она. Кто там стоит? На, мама, я не изменится ни за что. Любой ценой. Любой ценой я должен победить. Любой цену. Ребят, что я нашел? Ну, ребят, до свидос. Сколько НЛО заспавнилось? Смотрите. Так. Поздравляю. У меня есть еще есть попытки. Хватит. Есть! Но это того стоило. Вы сами знаете. Это того стоило. У меня 36 сапогов. Нет, поджир. Угу. Обойдись там сколько? Ремят. Установили там... Там миллионы налог, это что там было? Так, а сколько оно? Не, вот это. Ага, 400, значит, бай 10 это у нас. 10. Нет, его забрали! Пока. Ну да, я же забыл. Это же игра еще немножко на рандом. Но когда начинается два острова... Я не понимаю, кракер не приходит! Ну там да, 50 на 50. Это вообще побеждает метод угада. Просто 50 на 50. На. Так. Ребята, прикиньте, она сейчас... Этим чувакам я не завидую. Он же... Что? Что? Это... Чтобы это вообще законно? Ребят... Ого! Потушило. Что-то потушило даже, я не знаю. Джин. Она прям сразу умерла. О чем говорил? Ох. Ну что мне не говорил? Я вот
как раз третье место. Ну, конечно, конечно. Мама, я буду на третьем месте теперь. Ой, 150. Сейчас еще 3. Е, у меня 40 сапогов почти. 40 джамбусков. Е-е-е. Это вообще классно. Вообще сейчас класснево. Класснево вообще. Так, ну что у нас? Давайте посмотрим. Так. Что? Сразу? О нет, я не хочу все равно. Ну да, это в принципе даже как защита хорошая. Слушай, у меня если будет меч, тебя даже не достанут. Но если у тебя... Ты чё? Он не откроет. Ой, эй, 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 эй. Сюда я... О! О май гад! Что? А, ну, я им тоже не завидую. Как-то вообще... Я не... Как-то вообще не очень красиво получилось. Нет, нельзя показывать! Нет! Нельзя! Нельзя! Надо это вырезать! Я не хочу показывать такое позорное поражение! Нет, это надо вырезать! Я не хочу позориться! Так, ладно. Да, не буду ничего вырезать. Не так, знаете. Моё паркурище! Какой я мастер-класс делаю. Я просто против паркура. В кавычках. Так, классик. Давайте. Сейчас соберем этих ягодок. Они вообще полезные. Только не понимаю, что это за ягоды. Значит, используешь ты. Ну нет, тебя меня 100% не надо погнать. Если я сейчас вот это соберу. Не, не обгонишь. Так. Давай. Давай. Коу. Ну, скажу честно. Короче, ладно. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментосы. И оставайтесь таким же крутым, все, как я. Адьяс! Моя ягодка! Ей! Е! Моя! Моя! Есть! И понял, ну что, разделили? Что? А теперь мм!